И всем-всем привет, ребята, вы на канале PewPixels, с вами Костян Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем пирата Джина. Он будет выглядеть супер классно, супер круто и супер интересно. И также, ребята, советую вам подписаться на мой второй канал, потому что Пиксель, если вы уже устали от Бравл Старс рисунков, там выходят новые супер классные рисуночки, очень прикольные и очень четенькие, поэтому всем советую зайти на мой канал второй, потому что Пиксель, ссылочка будет в описании под видео и в закрепленном комментарии, чтобы вам было вообще проще заходить на него. Поэтому заходите, переходите и смотрите разные рисуночки. Вы от них просто обалдеете. И там же, кстати, предлагайте свои идеи, чтобы вы хотели, чтобы я нарисовал там. Я для вас это обязательно нарисую. Всякие прикольные идеи, потому что у меня на данный момент здесь выходит только Бравл Старс и всякие оружки из разных крутотейших игр. Поэтому, если вы хотите что-то там прикольное еще больше, то обязательно там все это сделайте, посмотрите. Напишите комментарии, и я для вас обязательно нарисую все это дело. Ну а мы приступаем рисовать Джина Пирата из Бравл Старса. В общем, я беру черный фломастер. И да, кстати, наш рисуночек занимает 45 клеточек по горизонтали, вот такой вот 45 клеточек, и 43 по вертикали. Поэтому что мы делаем? Мы погнали! В общем, ставим здесь две клеточки. Раз, два. Поставили, закрасили. И теперь тут ставим еще одну клеточку. Всего лишь одну клетку. Так, далее у нас пойдет наверх 1, 2, 3. Три клетки. Одна, вторая и третья. И тут ставим бок 1, 2. Две клеточки. Две клетки всего лишь. Тут добавляем одну клеточку дополнительно. И теперь тут ставим еще одну клеточку. На низ у нас пойдет две клетки. Две клетки. В бок у нас пойдет тоже две клетки. Отлично. Тут добавляем еще две клеточки. И тут, ребята, это дело соединяем. Так вот, раз, два, три, четыре. Четыре клеточки вот так вот ставим. И соединяем, естественно. Так, отлично. Теперь мы поставим вот здесь вот одну клеточку всего лишь. И теперь мы пойдем отсюда вот уже наверх. В бок мы ставим всего лишь 5 клеточек пока что. Раз, два, три, четыре, пять. Я почему сказал пока что? Потому что эта полоса вот этих из 5 клеточек, которые мы тут поставили, она будет продолжаться аж до туда, аж туда, куда-то вдаль. Но мы сейчас пока что делаем обводочку, чтобы нам удобнее было. Потом будем разукрашивать и рисовать. В общем, ладно, тут ставим еще одну клеточку. И наверх у нас пойдет целых 5 клеток. Так же самое. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот поставили. Вот так вот закрашиваем. Отлично, тут добавляем еще две клетки, тут добавляем всего лишь одну клетку, тут еще одну клетку, так сказать, по одной клеточке. И добавляем еще одну клеточку здесь. Та же теперь наверх, в бок мы теперь ставим тут наверх сверху две клеточки, вот так вот, тут добавляем всего лишь одну клеточку, тут добавляем еще так вот две клеточки в бок, и еще две клеточки. Тут ставим всего лишь одну клетку. И в бок у нас пойдет тоже две клеточки. Вот так вот, две клетки здесь. И еще две клеточки. Теперь тут, ребята, очень внимательно. Отсюда вот мы идем раз, два, три, четыре, четыре клетки. Их мы, естественно, закрашиваем. Вот так вот, тут добавляем всего лишь одну клетку. Тут добавляем сразу же 1, 2, две клеточки, все правильно. Тут добавляем еще одну клетку и еще одну клетку. И еще одну клетку. Ну и четвертую, естественно, почему бы еще нет. Тут, в общем, четыре клеточки идет, да, ребят? На низ теперь у нас пойдет две клетки. Две клетки. Тут добавляем три клеточки на низ теперь. Раз, два, три. Тут ставим всего лишь одну клетку. Тут ставим всего лишь одну клетку. В бок у нас пойдет две клеточки. Тут добавляем всего лишь одну клеточку. На низ две клетки. И на низ пойдет раз, два, три, четыре. Еще четыре клеточки. Тут добавляем одну клетку. Тут добавляем тоже one клетка. И тут тоже one клетка. Да, вот так вот. Тут только мы делаем 1, 2, 3, 4, 4 клеточки. 4 клетки. Так, тут добавляем всего лишь одну клетку. Тут бок добавляем 2 клеточки. Вот так вот, 1, 2, 2 клетки. Вот здесь вот. На низ у нас пойдет сразу же, ребята, 4 клетки. 1, 2, 3, 4. Прямо сразу же. Тут ставим всего лишь одну клетку. Тут ставим еще одну клетку. И в бок у нас пойдет целых 5 клеток. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично, тут добавляем всего лишь одну клетку, и наверх у нас пойдет целых 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. 4 клеточки поставили, 4 клеточки закрасили. Так, далее в бок у нас пойдет 3 клетки. Раз, два, три. Тут добавляем всего лишь 1 клетка. 1 plus 1. И на низ пойдет у нас 2 клеточки, естественно. Вот так вот. Так, теперь мы наверх поставим 2 клетки. Раз, два. Тут добавляем всего лишь 1 клетка, 1 клетка. В бок поставим 1, 2, 3. 3 клеточки. Тут добавляем на низ 2 клеточки. Тут ставим 1, тут ставим 2. И тут ставим еще 1 клеточку. Так, тут еще 1 клеточку поставим на всякий случай. Ну, вот так вот, таким вот образом. В бок у нас пойдет 3 клетки. 1, 2, 3. Так, закрашиваем здесь.
Теперь на низ две клеточки. Раз, два. Вот так вот. Тут одну добавляем. Вот здесь вот, видите. И теперь в бок у нас еще пойдет три клетки. Раз, два, три. Три клетки. Целых три клетки. Так, и тут тоже раз, два, три, три клеточки. Почему бы и нет на данный момент. Так, тут у нас еще вот такой моментик, ребят, будет очень. Мы добавляем тут еще одну клеточку. И здесь ставим такой вот. Раз, два, три. Три клетки поставили, три клетки закрасили. И здесь ставим две клетки еще дополнительно. Отлично. И теперь продолжаем отсюда. Тут ставим одну клеточку вот здесь. На низ пойдет у нас две клеточки. Так, тоже есть. Тут добавляем еще одну клеточку. В бок у нас пойдет две клетки. Раз, два. И теперь в бок у нас 8 клеток пойдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 клеточек поставили. 8 клеточек, естественно, закрашиваем. Тут добавляем одну клетку. Как бы видите, 4 клеточки пропускаем. Тут белые 4 клеточки. И на пятый ставим одну клеточку. Всего лишь одну клетку поставили. И теперь тут ставим 2 клеточки наверх. Тут добавляем еще одну клеточку. И тут еще одну клеточку, естественно. Так, в бок у нас пойдет 2 клетки. Даже можно... Давайте 4. 4 клеточки пойдет. Я просто хотел здесь поставить тут палку сначала одну, ну, в общем, вот так вот, вот она пойдет. Вот тут поставим одну клеточку, и наверх пойдет 5 клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Так, теперь, ребята, вот сюда, вот пойдет 4 клеточки на низ. Раз, два, три, четыре. 4 клеточки поставили, 4 клеточки закрасили. Вот так вот. Тут поставим всего лишь одну клетку. И на низ пойдет у нас вот такой вот. И отсюда вот пойдет у нас, в общем, раз, два, три, четыре. 4 клеточки. Тут ставим еще 2 клетки. Вот так вот. И в бок пойдет у нас раз, два, три, три клеточки. Отличненько. Теперь тут ставим тоже наверх вот такой вот 2 клеточки. Раз, два. Тут все соединяем. Вот так вот. Теперь мы ставим здесь наверх сразу же отсюда вот 3 клетки. 1, 2, 3. Тут добавляем всего лишь одну клеточку. И на низ у нас пойдет целых 4 клеточки. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Вот так вот это дело есть. Тут соединяем тоже 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. Отлично. Тут как бы 3, тут 4. Как бы все логично. Так, ладно. Ставим тут еще 2 клеточки. Вот так вот делаем. Тут добавляем. Вот так вот. Вот таким вот образом. 1, 2, 3. Тут 2. Тут 1. И наверх вот отсюда вот пойдет у нас раз, два, три. Три клеточки пускай будет еще, тоже будет супер. Теперь наверх две клетки. One, two. Обязательно две клеточки, две клеточки. Без них не может быть ничего другого. Так, ставим тут раз, два, три, четыре теперь. Четыре клетки. Отлично. Тут, ребята, ставим раз, два, три, три клеточки еще. Вот здесь вот. Доводим до конца еще дополнительно 3 клетки здесь. Далее. И вот отсюда вот мы ставим 1, 2, 3, 4, 5. В общем, не надо считать, просто идем до конца, до конечного результата. Теперь, ребята, вот отсюда вот ставим одну клеточку всего лишь вот здесь. Теперь наверх у нас пойдет целых 6 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрашиваем их. Вот здесь вот, я имею в виду. Далее наверх у нас пойдет еще раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Вот так вот. Теперь, ребята, вот отсюда вот ставим тут одну клеточку всего лишь. Тут добавляем в бок вот так вот 1, 2, 3, 4. Четыре клеточки, так сказать. Тут добавляем всего лишь две клетки. Закрашиваем их. Тут добавляем всего лишь одну клетку. Вот здесь вот, ребят. Теперь две клеточки на низ. Раз, два. Тут поставим раз, два, три, три клеточки сразу. Тут добавляем еще две клеточки. Тут тоже еще две клеточки. И тут у нас пойдет так вот раз, два, три, четыре. Четыре клетки, а вы как думали? Тут ставим всего лишь одну клеточку. Наверх пойдет у нас две клеточки. Тут поставим сразу три клетки. Раз, два, три. И здесь соединяем. Вот так вот. Соединили. Тут добавляем сразу две клеточки. Тут одна клеточка. И наверх три клетки. Раз, два, три. Тут ставим две клеточки еще и одна клеточка здесь. Вот так вот у нас получается. Прикольно, классно и стильно. Ну, если честно, еще стильного ничего не вижу, но тоже прикольно. В общем, ребят, что мы делаем дальше, что мы делаем, что мы творим, что мы вообще выясняем. Ставим здесь вот раз, два, три, три клетки. Три клетки закрашиваем. Так, тут две клеточки. Тут тоже две клеточки поставили. Тут ставим одну, тут ставим вторую, тут ставим третью. Вот так вот. Тынь, тынь и тынь. Отлично, тут добавляем в бок сразу же 5 клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Закрашиваем их. Вот так вот. Теперь здесь ставим 2 клеточки на низ. Сбок пойдет у нас 4 клетки. Раз, два, три, четыре. 4 клеточки поставили, 4 клеточки закрасили. Тут ставим всего лишь одну клетку. И тут соединяем. Раз, два, три. Вот так вот, ребят. Теперь мы ставим в бок 3 клеточки. Раз, два, три. Тут добавляем всего лишь одну клеточку. Тут тоже добавляем всего лишь одну клеточку. И наверх 2 клеточки. Раз, два. Вот так вот. Тут тоже у нас пойдет 2 клеточки.
Раз, два. Вот так вот. И примерно вот здесь вот посередине будет одна здоровая клеточка. Вот так вот. Да. Все прям суперски выглядит, суперски классненько и все замечательно. Так, далее, ребят, мы теперь поставим вот здесь вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 клеточек. 12 клеточек сразу вот так вот закрасим. Окей. Окей, ребят. Сразу закрашиваем 12 клеточек. Вот так вот хорошо. Прям постепенно. Постепенно. Так, есть. Теперь здесь мы поставим сразу раз, два, три, три клетки. Тут я добавляю одну клетку. Еще тут тоже будет одна клетка. Тут добавляем еще одну клетку. И тут добавляем еще вообще. Давайте добавим еще вот так вот. О, так вот будет намного лучше. И ее просто закрашиваем черным цветом, эту повязочку. Вот так вот. Вообще пушечка пушечная, пруштопрушечная. Хе-хе. Так, есть, это у нас все готово. И супер уже выглядит. Выглядит просто выгляденскис. Хе-хе. Так, теперь мы ставим тут еще одну клеточку, вот такую вот. Я думаю, поставить ее или нет. Ставить или нет. Ладно, поставим только вот еще две клеточки, просто по приколу. Просто типа он в стиле на стиле. Так, далее, ребят, мы ставим здесь одну клетку, здесь поставим вторую клетку, здесь поставим третью клетку, здесь поставим четвертую клетку, здесь поставим сразу раз, два, три, три клеточки. Да, ребята, нажмите на паузу, если вы не успеваете за мной, потому что я слишком быстро. Так, раз, два, три, ставим две клеточки. И тут ставим одну. Кстати, ребята, многие пишут, что они успевают и хотят еще, чтобы больше, я чтобы быстрее рисовал, поэтому я даже не знаю. Так, тут добавляем еще одну клеточку и ставим еще здесь еще одну клеточку. Вот такой. Тут поставим еще одну клеточку и, естественно, еще здесь одну клеточку. Почему бы и нет? Скажите мне, пожалуйста. Так, далее, ребят, мы поставим, наверное, еще вот здесь вот в бок. Пока что в бок не будем, я передумал. Почему я передумал? Пока не скажу. Так, ладно, ставим тут раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Вот эти клеточки, ребят. Так, поставили их, закрасили вот здесь вот так вот, вот таким вот образом. Тут добавляем всего лишь одну клеточку. Тут ставим раз, два, три, четыре. Четыре клеточки у нас пойдет. Вот так вот. Тут добавляем всего лишь одну клетку. Тут добавляем еще одну клетку. И тут добавляем еще одну клетку. Теперь на низ мы поставим еще одну клетку. И здесь поставим две клеточки. Вот так вот. Тут добавляем еще одну клетку. Тут добавим еще одну клетку. И тут добавим еще одну клетку. И тут добавим еще одну клетку. Тут ставим теперь две клеточки. Тут тоже две клеточки. Закрашиваем, закрашиваем. И вот здесь вот так вот соединяем. Раз, два, три, четыре. Ну, тут не четыре, тут пять получается как бы выходит. Но мы вот так вот соединили, поставили. И здесь добавляем еще одну клеточку. Все, на этом, ребята, здесь все. Проекция, вот такая вот все. Так, что мы делаем далее? Мы далее рисуем с другой стороны. Вот с этой стороны. Ставим здесь раз, два, три. Так сказать, такой вот буквой Г. Тут поставим одну клеточку. И тут поставим тоже одну клеточку. Естественно, в бок у нас пойдет. Давайте не в бок сначала пойдет, а тут поставим. Где же поставить? Где же тут лучше поставить? Вот здесь вот поставим раз, два, три, три клетки. Да? И здесь мы поставим тут еще одну клеточку. И здесь поставим раз, два, три, четыре. О, вот так вот будет вообще ништячина. Ништячина. Суперчина. Тут добавляем еще одну клетку. И тут добавляем еще одну клетку. А тут добавляем сразу 1, 2, 3. Три клетки. Почему бы и не сделать этого? Тут добавим сразу две клетки. Тут добавим сразу две клетки. Вот здесь вот. И тут добавим сразу 1, 2, 3. Три клетки. Тут поставим две клеточки. Тут добавим сразу вот так вот одну клеточку. И тут еще давайте две клеточки добавим, ладно. Так уж и быть, так тому и быть. И тут ставим раз, два, три, четыре. Четыре клетки. Вот так есть, тут есть, тут есть, тут есть. Отлично. Тут поставим пока две клеточки. Тут поставим еще две клеточки. Тут ставим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь клеток. И тут ставим раз, два, три, три клеточки. Так, теперь, ребята, мы берем с вами коричневый фломастер, коричневый цвет. Обязательно возьмите коричневый цвет. Или же, да, коричневый цвет. Какой или же? Вот выберем коричневый цвет и ставим вот здесь вот одну клеточку всего лишь. Тут ставим бок раз, два, три, четыре, четыре клеточки примерно будет тоже коричневым цветом. И тут ставим вот так вот в бок еще примерно раз, два, три. А, ну три клеточки, да, куда? Куда еще дальше пойдет? Три клеточки здесь. Так, далее, ребят, мы поставим вот здесь вот еще 1, 2, 3, 4, 5. 5 клеток.
Так вот, закрашиваем хорошенечко, аккуратно. И тут ставим раз, два, три. Три клетки. Тоже их закрашиваем. Тут аккуратно, тут аккуратно. Тут все аккуратненько, как можно лучше аккуратничать. Тут ставим раз, два, две клеточки. Таким вот образом. Как бы прикрытие под прикрытием. Хе-хе. Тут ставим раз, два, три, четыре. Хотя давайте пять, потому что тут должно быть место какое-нибудь. Хоть какое-нибудь там. Тут добавляем еще одну клетку. Ой, две клеточки. Две клеточки, что-то я загоняюсь. Тут добавляем еще две клеточки. Ну и в принципе хватит с него клеточек уже. Так, ладно, ребят. Теперь мы берем этим же коричневым цветом. И просто его так вот закрываем. И все. Теперь мы берем светло-коричневый цвет. Светло-коричневый цвет. Можете взять карандаш и закрашиваем вот здесь вот тут две клетки. Ну, весь ряд клеточек. Тут одну клеточку. Тут закрашиваем сразу вот этот вот ряд клеточек. И тут закрашиваем всего лишь одну клеточку. Далее мы поставим здесь одну клетку. Здесь поставим сразу две клетки. Здесь поставим сразу, ну, в общем, закрашиваем, да? Так вот, таким вот образом. Тут тоже закрашиваем. Только здесь мы не закрашиваем эти две клеточки. Хотя, почему нет? Давайте закрасим тоже две клеточки. Будет суперски, крутотенцески. Супер классно, в общем. Теперь мы берем с вами желтый фломастер. Желтый фломастер, именно желтый цвет. Желтым цветом ставим здесь три клеточки, закрашиваем. Также мы закрасим желтым цветом вот эту часть. Аккуратно, так сказать. Закрашиваем также вот эту часть. Тут тоже отлично. Тут закрашиваем вот эту часть, так сказать, глазом. Отличненько. И теперь мы закрашиваем еще вот эту вот часть тоже. Вот здесь вот. Две клеточки. И здесь еще одна клеточка пойдет. Тут мы закрашиваем полностью вот эту часть. Также закрашиваем вот эти вот клеточки. Вот здесь, которые идут. И также закрасим еще вот эту часть из клеточек. Так, просто дорисовываем здесь. Вот тут соединяем, конечно же. Тут пока ничего не закрашиваем. Это, ребята, я случайно зашел. Тут не закрашиваем. Тут это вот соединяем, соединяем, соединяем. Тоже одну клеточку еще закрашиваем. И теперь, ребята, берем темно-синий фломастер, темно-синий цвет, и закрашиваем тут вот, ставим так вот две клеточки, вот так вот клеточки тут, тут ставим одну клеточку, тут ставим еще одну клеточку, вот так вот, в общем, закрашиваем эту часть. Так, далее, теперь мы отклоняемся вот сюда вот, здесь вот так вот пропускаем эту часть, тут у нас будет красный цвет идти. Мы сначала закрашиваем тут синим цветом. Так, далее мы закрашиваем вот эту часть тоже синим цветом. Вот так вот. Отличненько. Теперь, ребята, берем розовый фломастер или там фиолетовый, к примеру, возьмите. Но нам больше всего тут розовый подойдет такой. Такой более красно-малиновый какой-то. Ну, малиновый цвет я имею в виду. Тут закрашиваем, тут тоже закрашиваем. Тут мы тоже, естественно, закрашиваем вот эту часть. Тоже. Отличненько. Вот теперь отличненько, точно. Теперь, ребята, берем мы с вами фиолетовый фламинго, фиолетовый фломастер, именно фиолетовый цвет. Тут ставим всего лишь одну клеточку фиолетовым цветом. Тут поставим такую вот еще одну клеточку фиолетовым цветом. Здесь поставим наверх две клеточки. Тут поставим так вот раз, два. Тут поставим одну клеточку. Тут еще одну клеточку. И в бок у нас пойдет две клеточки. Раз, два. Две клетки. Тут добавляем всего лишь одну клетку. Тут добавляем вот так вот две клетки. Здесь поставим всего лишь одну клетку. И здесь поставим еще одну клетку. Вот так вот. Фиолетовым, ребята, цветом. Только не забудьте. Хорошо? Тут ставим еще вот здесь вот одну клетку. Тут поставим вторую клетку. И тут поставим третью клетку. Отличненько. Теперь, ребята, мы с вами берем голубой цвет. Именно голубой цвет. Голубой цвет. И начинаем закрашивать. Закрашиваем вот эту часть голубым цветом. Вот так вот. Вот так вот. Теперь лицо. Вы можете, ребята, посмотреть, как я закрашу это все дело, а потом начать закрашивать вместе со мной, окей? Ну, не вместе со мной, а сами себе уже закрасить. Вы будете видеть, как тут закрашивать и что именно нужно голубым цветом тут закрасить. Теперь, ребята, очень огораживаем вот эти вот фиолетовые клеточки, чтобы на них случайно не закатить при закрашивании. И можно начинать будет закрашивать. Аккуратно ограждаем все это дело. Здесь, 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 вот здесь вот. Так, так, так. Ну и закрашиваем. В общем, ребят, мы его закрасили уже, эту часть. И теперь мы переходим, берем просто красный фломастер. Где мой красный фломастер? Где ты находишься? А вот и. Вот, вот, вот он же он. И теперь, ребята, все, что мы видим белое, закрашиваем красным фломастером, хотя можно подождать пока что. Красный фломастер подложить где-то рядышком, пускай тут стоит. Так, вот серый цвет нам нужен сначала мы берем. Закрашиваем вот эту часть серым цветом, вот только после него
берем уже и красный цвет. Кстати, ребят, есть один моментец, один мой мега-моментец. Мы тут не закрасили. Я забыл тут закрасить вот эту часть. Все, теперь можно продолжать наконец таким красным цветом. Пока до красного цвета дойдет очередь, то будет вообще жестяра. Так, в общем, закрашиваем сначала вот эту часть. Аккуратненько ограждаем. Ой, как хорошо красный фломастер пищит. Вау, он прям классный. Ого, ничего себе. Ух ты. В общем, классно. Красным цветом закрасили. Теперь рисуем ему вот эту вот бандану. Тут, теперь здесь вот эту часть. И теперь вот эту вот всю часть. Но есть один момент. Тут мы ограждаем вот так вот. Сверхушечку эту закрашиваем, вот эту зефирочку. Также мы закрашиваем здесь. Кстати, вот эту часть внутреннюю не трогаем, говорю, сам же поставил этот красный цвет. Ну что ты будешь делать? В общем, я тут не ставим ничего. Тут мы вот так вот только можем оградить тоже одну клеточку. И закрашиваем вот это все. Так, есть, 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 есть. Тут мы тоже закрашиваем. Тут мы тоже закрашиваем вот так вот. Отлично, эстетично. Кстати, подождите, ребята, возьмите черный фломастер. Давайте, все-таки мне хочется это сделать. Тут поставим одну черную клеточку, вот здесь вот. А здесь я тоже поставлю одну черную клеточку. Все, продолжаем, ребят. Продолжаем. Есть, тут тоже есть, тут тоже у нас... Все есть. Так, тут тоже есть. Тут. Все, ребята, и у нас получается вот такой вот прикольный, классный джин-пират. Выглядит он просто невероятно, невероятно круто, невероятно классно и невероятно четенько. Поэтому, если вам нравится, то, естественно, жмакайте ваши лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Кстати, забыл кое-что сделать. Красным цветом тут же забыл добавить. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лукасы, как всегда, как же я повторял уже. Поэтому всем, ребята, пока и до скорой встречи. Не забудьте подписаться на мой второй канал, потому что пиксель. Ссылочка будет в описании. Кстати, почему я тут еще не добавил? Все, он теперь точно совершен. Все, ребята, всем пока, да. Пакетки, пока.